бабушка на час. Это час моей новой энергии, час какой-то новой эмоции. Это дает вот ту гармонию, ну, которая присуща вообще природе. Очень много семей молодых, которые действительно ищут вот эту помощь, не просто как бы няню, да, как таковую, а именно вот помощницу мамы. Первый толчок – это было финансы. Чтобы общаться с внуком, мне нужны финансы, и поэтому я могу здесь совместить свои знания и общение с внуками. Когда стала обучаться, я вдруг увидела, что достаточно много знаю в этой сфере и могу этим поделиться. Проходит пробное занятие, просто после этого ты понимаешь, будешь ты работать с этой семьей или нет. Как бабушка, да, как бэбиситер, тем более ты должен проговорить с родителями, чего они хотят. Рекомендовать ты можешь, потому что ты уже обученный. Ты только предлагаешь как специалист, естественно, это обязательно, да. Но не растворяешь свою жизнь в этом моменте. У меня четверо внуков разного возраста. Я бабушка стала, мне было 55. Бабушка – это не возраст, это ничто, не мною, это состояние души. Это состояние внутреннее. Понимание бабушки для ребенка. Это бабочка. Яркая, интересная, что-то такое с сюрпризами. Люблю детей за их открытость. Ребенок на эмоциях все воспринимает. Взгляд ребенка, который ты видишь, вот это какой-то внутренней улыбки эмоция, она совсем другая. И когда тебе мальчик, которого ты час только как видел, да, подходит, целует тебе ручку и говорит: «Ты крутая!» Я была просто в шоке, честно говоря. Это, конечно, дорого стоит.